В России такого кирпича заезжает немного. Достаточно большое буйство именно бордово-красного цвета. Марка прочности 350. Обычно мы такое встречаем только в кирпичах ручной формовки. А здесь вот, пожалуйста, керамика, и она, ну, она вся такая вот уникальная. Приветствую всех на канале «Строительная кухня». Меня зовут Славов Роман. Прежде чем начать сегодняшний обзор, я хотел бы попросить вас посмотреть на этот фасад и попробуйте заметить, что здесь необычного, если это, конечно, будет возможно. А может быть, самые догадливые сообразят, в чем загадка. Посмотрите. Ну, собственно, отгадка, она не так очевидна. На самом деле, этот дом облицован половинками. Половинками керамического кирпича. То есть это не евроформат, это реальная половинка. И речь у нас сегодня с вами пойдет об украинском клинкере завода «Керамия», который называется «Гранат-6». Начинаем. Как всегда, основная цель нашего сегодняшнего выпуска – предоставить нашим будущим заказчикам возможность посмотреть не даже на полке этот кирпич, не даже вкладки этот кирпич, а именно непосредственно на самом доме, потому что очень часто то, что на полке в офисе при искусственном освещении, это вообще отдельная история. Но даже, допустим, у нас в демонстрационном парке, где выложен метр этого кирпича, все равно я сейчас замечаю небольшое, маленькое отличие от того, что было, когда заказчик выбирал, а именно достаточно большое буйство именно бордово-красного цвета. Потому что изначально этот кирпич, он на демонстрационных стендах, на планшетах, он имеет вот такой более коричневый окрас, как на этих углах, вот видите. И если вообще присмотреться, то вы, кстати, давайте сейчас немножко от цвета отступим, а все-таки вернемся к тому, почему я с чего начал выпуск, именно о половинках. Видите, здесь непосредственно на углы был взят целый кирпич. И также из целого кирпича были сделаны оконные четверти, для того, чтобы никто никогда не догадался, что на этом можно было сэкономить или что такое вообще возможно, потому что визуально, что керамический кирпич, что половинка ручной формовки, что евроформат. Вот когда вы так на него смотрите, вы никогда не поймете, какой он по толщине. На 120 мм, на 85 или на 60. Вот в данном случае половинка, она имеет как раз размер именно половины кирпича. И стоит она, естественно, конечно же, дешевле. Для тех, кто недавно подписался на наш канал и вообще не понимает, в чем же разница между клинкером и обычным кирпичом, я коротенько сейчас напомню. Клинкер – это тоже керамический кирпич. Он также изготавливается из глины, но только он изготавливается из тугоплавкой глины и обжигается при более высоких температурах. В процессе изготовления происходит некий эффект остекленения глины, и она становится гораздо более плотнее. Из-за этого у нее увеличивается срок службы, так называемый. Очень важный показатель – это морозостойкость, уменьшается водопоглощение. И, соответственно, такой кирпич становится пригодным для использования в особо агрессивных средах. Особо агрессивная среда – это у нас там зона цоколь, но здесь вот в данном случае заказчик цоколь отбил кирпичом ручной формовки. А вообще, конечно, клинкеру самое место от земли, его можно спокойно применять, потому что с ним абсолютно ничего не будет. Вы его можете хоть в землю закапывать, недаром. Допустим, клинкерная брусчатка, кстати, на заводе «Керамия» клинкерная брусчатка тоже есть. Она имеет водопоглощение вообще там менее 5%, 4-3%, ну, по-разному, в зависимости от производителя. Ведь не только там, допустим, «Керамия» это делает в России, у нас производит это завод ЛСР. На самом деле завод «Керамия», он работает уже с начала 2000-х годов, находится он в Украине, построен он изначально
при участии Американского фонда прямых инвестиций, полностью под контролем. Завод аттестован по всем международным стандартам. Работа происходит ISO 9001. В России я, честно говоря, даже не знаю, какие заводы прошли такую стандартизацию. Вот. Поэтому о качестве кирпича можно сказать только то, что оно находится на самом высоком уровне. На сегодняшний день украинский завод очень много кирпича поставляет непосредственно сам Евросоюз. Как у них там, вы как знаете, снялись там некоторые ограничения, с поставками стало попроще, и поэтому в России такого кирпича заезжает немного. А немного его заезжает по нескольким причинам. Ну, во-первых, это сложно, потому что у нас в основном все продавцы привыкли работать по очень простой схеме, купили, просто не думая, там продали, и все. Этот кирпич все-таки нужно на Украине оплатить, его нужно сюда завести, его нужно растаможить. Все это происходит железнодорожным транспортом, потом из хаба уже он начинает разъезжаться по стране. Если вы очеркнете на сайте, допустим, Керамии, посмотрите, очеркнете вокруг Москвы радиус там в 300-400 километров, вы увидите всего лишь 3-4 официальных представителей, ну, соответственно, мы в их числе, которые этим кирпичом занимаются. Хотелось бы, чтобы этого кирпича было больше, потому что давайте все-таки посмотрим на его цвета и порассуждаем, на что может быть этот кирпич похож. Если закрыть глаза на технические характеристики, то, наверное, те, которые занимались изучением возможных вариантов для облицовки своего будущего дома, а также мои коллеги, сразу скажут, что, наверное, Прованс Антик Славянского завода. И будут правы, потому что действительно в таких оттенках, вот фиолетово-темных, пожалуй, существует только один кирпич, который можно назвать аналогом не по качеству, а по цвету. Это именно Славянский Прованс. Он, естественно, стоит подешевле, но он никогда не будет клинкером. Плюс его нет в других форматах, и, соответственно, из-за этого его применение, ну, в каком-то смысле ограничено. Для меня, вот, например, стало, в принципе, таким открытием то, что вот половинка и целый кирпич, все-таки вот если посмотреть на углы дома, да, то углы дома, места вокруг окон, оконной четверти, имеют характерно более коричневую расцветку. Да? Когда у нас картина вся складывается, мы видим, что коричневый кирпич, он, конечно же, есть и на этих вставках, да? Но все равно вот это вот буйство малинового, фиолетового, коричневого цвета, оно присутствует. Еще очень интересным эффектом является момент, который можно сравнить с неким набрызгом, да, на кирпич. То есть такое ощущение, что когда он производится, происходит какое-то вспрыскивание ангоба на поверхности, потом это, естественно, все спекается, и это происходит с каким-то переменным таким интервалом, потому что на некоторых кирпичах этого нет, а на некоторых это есть. И за счет этого получается такая дополнительная интересная расцветка у фасада. Плюс у этого кирпича такие интересные, значит, накатки, которые, в принципе, наверное, в российском кирпиче больше нигде не повторяются. То есть это такое ощущение, что какая-то такая естественная поверхность камня, да? То есть здесь нет вот этого повторяющегося рустика, который, ну, обычно, который имитирует либо кору дерева, либо вот такие вот неровности, или, ну, или другие какие-то повторяющиеся рисунки типа штриха. Здесь на каждом кирпиче абсолютно свой уникальный рисунок. И такое впечатление создается, что они вообще не повторяются. То есть каким образом достигается это на заводе? Нас, кстати, приглашали на экскурсию, но, к сожалению, с закрытием границ мы туда не попали. И когда попадем, обязательно хотелось бы посмотреть, то ли стоят два разных ролика, то ли две разные линии. Потому что, вот посмотрите, у каждого кирпича вообще свой уникальный какой-то оттиск, да, здесь вот такой, здесь как будто как караед какой-то подъел, здесь вот такое, ну, я не знаю, взбрызгивание, да, на поверхности, как фейерверк, здесь совершенно другая поверхность, и вот каждый кирпич получается друг на друга не похож, обычно мы такое встречаем только в кирпичах ручной формовки, а здесь вот, пожалуйста, керамика, и она, ну, она вся такая вот уникальная.
Стоит отметить, что, значит, человек здесь, собственник находится здесь, и он сказал, я у него спросил, какую смесь использовали. Он мне сказал то, что, значит, смесь они готовили сами и покупали они, значит, пигмент, который используется для производства тротуарной плитки, то есть, ну, для бетонных смесей. Честно говоря, я когда задал вопрос, какие пропорции, он этого не помнит уже сейчас, но видно, кое-где, конечно, то, что высыл начинает появляться. Я, честно говоря, не могу сказать, какая экономика в сравнении с клинкерной смесью готовой. Но если человек решил так сделать, наверное, это имело место быть. Стоит отметить, что этот кирпич у нас, как видите, уложен в классическую 1/2. Напоминаю, что кирпича в квадратном метре с учетом растворного шва 8-10 мм 51, но кто-то считает 52 штуки. Поэтому, если вы захотите понять, сколько кирпича вам нужно на фасад, вы должны сделать просто развертку стен, выкинуть площадь окон, дверей, получите квадратуру, квадратуру умножаете на 51 и получаете количество точного кирпича, какое вам надо. Потом смотрим, значит, кратно поддоном, ну, условно, у вас там получится что-то с хвостиком. Вы же не повезете там 11,5 поддонов. Соответственно, нужно брать либо 11, либо 12. Вот она как раз у нас половинка. Очень четко видно, да, что вот этот вот элемент в данном случае не был использован целый кирпич, а была вот применена именно половина кирпича. Кстати, это может быть отличным решением для забора, потому что 60-60, вы, получается, одну лицевую сторону на одну сторону, лицевую на другую. Суммарно у вас получается как один кирпич, и спокойно поднимаете ваш фасад. А вообще, на самом деле, не вижу никакой проблемы вообще все строить из половинок, и не обязательно даже делать целый кирпич. Напомню только единственное, в чем может быть сложность. Вот смотрите, когда вы используете целый кирпич на углу, и в проекте это предусмотрено, если вы вдруг решили заменить целый кирпич на 0,7 формат или на половинку, с какой сложностью вы можете столкнуться? Каменщики, если предварительно не сделали раскладку на сухую, стену они все будут гнать точно так же, но когда они подойдут к углу, вместо того, чтобы на углу оказаться целому кирпичу на 120 мм, у вас окажется условно либо еврик, либо половинка, либо на 85, либо на 60. И она закончится вот здесь. Вот я нарисую, да? И вот что у вас получается. У вас получается вставка. То есть получается такая чекушка, которую нужно сюда вставить, прилепить, и тогда у вас картина сложится. Наверное, это некрасиво, правильно? Правильно. И для того, чтобы облицевать весь дом половинками или евроформатом, вам нужно просто каменщикам об этом сказать. Для того, чтобы они изначально сделали раскладку на сухую, поняли, что у них на углу будет кирпич короче, и, соответственно, уже дальше раскладка вся бы у них начиналась уже исходя из этой точки. Это только если вы кладете вот как здесь в 1/2. Если вы используете хаотичную или немецкую кладку, посмотрите, пожалуйста, выпуск у нас на канале, вот здесь вам подсказки на него вылетят, то вы этой проблемы можете избежать, потому что если вдруг у вас получится такое вот место при использовании немецкой кладки, я вам напоминаю, что там используется и половина кирпича, и 3/4 кирпича, и 2/3, там может быть все что угодно. Как бы вы поступили? Если у вас получилась чекушка, и здесь, допустим, целый кирпич, вы бы взяли, отрезали от этого кирпича вот столько и вставили бы сюда, допустим, тычок или какую-то часть. И все. И тогда бы вам не пришлось заниматься вот этой подгонкой. Поэтому при использовании кирпича евроформата или любого другого я рекомендую использовать именно немецкие кладки для того, чтобы у каменщиков не болела голова. Еще раз напоминаю, выпуски у нас на канале про это есть. Итак, зачитываю техническую информацию по этому кирпичу. Помощники мне подготовили к выпуску, помогли. Значит, клинкерный кирпич керамии гранат 6. Формат 1 НФ, пустотность 36%. И 1/2 НФ размером 250
на 60, на 65. Напоминаю, что 250 это у нас вот этот размер, 65 это высота. У 1НФ у кирпича глубина 120 мм, а у половинки, соответственно, в этом 60, ну то есть ровно пополам. Других, значит, форматов и пустотности в этом цвете нет. У других кирпичей, а у керамии в размере 1НФ есть пустотность, там, допустим, 40 с лишним процентов. Она еще подешевле. То есть у нее там стеночка потоньше, ну и больше пустоты внутри. Такой кирпич оказывается выгоднее. Такой выпуск у нас тоже на канале есть. Вот вам подсказка. Пожалуйста, переходите, смотрите. Тоже он про керамию у нас как раз. Итак, в этом проекте использованы оба формата. Количество на поддоне половинок 906 штук, в машину входит аж 11778. То есть, вы представляете, в одной машине можно привезти облицовку в среднем для целого дома, такого вот, ну, приличного размера, потому что средний дом это 10-11,5 тысяч кирпича. И, значит, стоит такой вот кирпич в половинку будет 30 рублей. Это уже совсем с доставками. 1НФ, значит, здесь у нас 453 штуки, в машине 6795, стоит он 43 рубля. Марка прочности 350, если вам оно надо, конечно, но оно так и есть. Водопоглощение 5%. Морозостойкость 250 циклов. То есть это самое, что ни на есть, качественный клинкерный кирпич, который очень долгие годы будет вас радовать, и с ним абсолютно ничего не произойдет. Но и учитывая расцветку этого кирпича, это вообще уникальное предложение на самом деле, потому что все подобные цвета вы можете найти уже только в брендовых европейских производителях, типа Feldhaus клинкера, типа Рёбина, но там уже ценник будет ближе к соточке. Напоминаю вам, что у нас, наверное, в следующем выпуске мы подведем итоги нашего конкурса, в котором выпуске мы разыгрывали сертификат на 100 тысяч рублей. Вот как раз этот выпуск. У вас еще есть условно одна неделя для того, чтобы принять в нем участие, по итогам которого мы определим победителя и вручим ему сертификат на 100 тысяч рублей, ну или, по другим словам, сделаем ему проект на эту сумму. Руками тех архитекторов, которые были в этом выпуске. На сим прощаюсь. Надеюсь, выпуск вам понравился, он был полезным. Предлагаю вам посмотреть обзор этого дома со всех сторон, повнимательнее рассмотреть кирпич, познакомиться с ним. Как всегда, напоминаю, что ссылки для заказа всех кирпичей находятся в описании под этим роликом. Пишите, звоните. Единственное, что если пишете и звоните мне, пожалуйста, делайте это в рабочее время.